Здесь не планируется никакой политической акции, мы не собираемся ничего захватывать, не собираемся ничего перекрывать. Мы находимся в своем праве. Мы здесь собрались для того, чтобы пообщаться между собой, для того, чтобы обменяться мнениями о происходящем в стране, для того, чтобы высказать друг другу свои соображения о том, что происходит, поговорить о наших политических заключенных. И мы надеемся, что полиция будет проявлять какую-то адекватность и здравомыслие, а не так, как было в Саратове, когда человека задержали только за то, что у него надпись в плакате была на украинском языке. Это означает, что Путин подсчитался. Парк Горького – это отличное место для сбора этой критической массы, и можно отсюда начинать какую-то просветительскую деятельность. Да, не одиночный пикет. Читается нормально? Не драхуй. Это просто сам подпольные. Специальные чернила. Мы предбачаемся. Костя, Костя, оставайся. Перед нами шанс. У меня нет мандата. А за что? За что задержите человека? За что вы его задержите? Это народный депутат. А еще? Ой, ну что, человек что продает? Ну что вы? Че человек просто стоит? Это наш город! Представьте, пожалуйста. Да что он хлопал? Представь. Сотрудник полиции, Я тебя люблю.